Ученики специализированного лицея МВД стройными рядами ожидают начала учебного года. Беларусь – край тружеников и защитников Отечества. Именно такими вырастут учащиеся этого лицея. Не просто обучаетесь в учебном заведении, вы обучаетесь в специализированном лицее Министерства внутренних дел. А это значит, что вы должны быть развиты всесторонне. И мы максимум приложим усилий, чтобы все те пожелания, все те знания, которые есть у преподавательского состава, мы передали вам. Лицеистам предстоит учеба по общеобразовательным предметам и специальным дисциплинам. Самое сложное для первокурсников – привыкнуть к распорядку дня, дисциплине и отсутствию рядом родителей. Я всегда мечтала в детстве стать генералом. Мне нравятся вот эти погоны, мне нравится милиция сама. Очень сильно волнуюсь. Вот даже непривычно как-то, очень нравится форма, особенно вот эта вот нравится форма парадная. Хочу следить за порядком, помогать людям также, ожидания хорошие, что все получится у меня. Уже год в лицее учится Роман Кагодовский. Это смелый юноша, который на своих руках вынес из огня двухлетнего брата. Глава государства наградил Рому орденом за личное мужество. Я уже второй курс, и мне здесь очень нравится. Здесь очень весело. Я поскорее хочу, чтобы началась учеба, учиться вместе со своим классом. Сегодня я рад был встретиться со своими друзьями. Мы с ними сегодня собирались, готовились к 1 сентября. В этом году у меня был тут очень хорошие оценки. Я постараюсь очень хорошо учиться. Учащиеся лицея МВД, будущие защитники государства, смелые юноши и патриоты своей страны. Первый звонок прозвенел. В добрый путь, лицеисты!